Да. Поехали дальше. Хрен с ним, козлом. Нехрен так мчаться, вот я не знаю, куда он мчался, блин. Ух, она не секен, ёб твою мать. Они уже потом начинают... халяву начинают требовать. Да, требовать и оскорбляться, да. Еще. Да, это вот так не надо. Слушай, тут нам Александр Евгений Кузнецов говорит: здравствуйте, мне сегодня 40. Слушаю вас, с вами исправление Комеди Радио. Tomaszowiak, Bożek mi zabał, Słomkowy, stój, kurwa, no! Блядь! Блядь, ебанутое чмо, сука! Ой, мамочка, это что было? Вот мудак, блядь. Станции там уже еще доехать. Блять. Вот и все. Может, там кто-то сейчас умрет, Макс.
Тихо, не плачьте, не плачем. Тихо. Ты что, нормально все? Вылазь, мам. Блядь, ты чтоб тебе, а? Эх, нихуя. Вот это хорошо, ты его задел. Блять, стой! Пидорас, блять!